работе металлоискателя Кощей 5 ига. Это Кощей 5 с глубиной катушкой 60 сантиметров. Ну, лучший вариант я не нашел, чем через пространство грунта чернозем с глиной. Немножко щебенки. Глубина, как видим, выставлена минимальная. Делаем баланс грунта. Добавляю глубину ему. Давайте попробуем. До 5. Далеко не будем бежать. Возьмем вот такой брусочек. На ладошку 20 сантиметров на 5. Пробуем. Тут у нас линейка вот метровая вот здесь. Видите, реакции нет. Берем лопата Фискарс. Тоже пока не достает. То есть, как бы видим, есть цель. Пока катушка у нас не достает. Ну что ж, убираем в сторону. Попробуем добавить глубины, на которую он может работать. Берем. Добавляем глубину. Шестерка. Уже срабатывает 6,5. Пробуем. Берем лопату. Есть сигнал. Линейка на метр. Попробуем положить боковым. Ну, 90 сантиметров железно. Ну что ж, 90 сантиметров лопата в грунте. Потери импульсника все-таки маленькие, соглашусь. Брусок не берет. Пробуем добавить еще ему глубины. Поскольку здесь чувствуется, что можно еще ему добавить. Добавляю до самого предела, наверное. Балансирую. Есть небольшие ложные, на которых можно работать, но я чуть-чуть убавлю. Практически на 7. Редкое срабатывание. Успокоили. Берем ту же лопату. Берем лопату. Где-то 1,10 м. 1,20 м. Может больше. 1,25 м, 1,30 м лопату. Даже круче. Где-то еще на штык 25, 1,25 м, 1,30 м линейка, как видите. Это четкие сигналы. Метр, 1,10 м, 1,15 м, 1,20 м. Уже не четкий сигнал, но работает. Так, лопату отставлю в сторону. Беру этот брусок, попробуем 20 на 5 сантиметров. У нас здесь есть 90-85 сантиметров. Подводим. На пределе. Ну, извините, ребят, конечно, соглашусь с тем, что на такой глубине такой брусок, это просто потрясающе получается. 20 на 5 сантиметров на 85 сантиметров в грунте, это глубина все-таки классная. Ну, вот, в принципе, все. Идем продолжать тест дальше. Берем прибор. Попробуем. Есть у нас здесь, получается, металлический забор. Вот на нем мы испытаем это чудо. Ну, я знаю. Где-то за 2,20, 2,30. Пробуем еще раз балансировать, поскольку мы по воздуху тест уже проводим, а не в грунте. Еще дальше. Попробую успокоить. Все, вроде успокоил. Видите, сколько? Есть. Подходим. Есть это четкий сигнал на единице. Оставляем. И так реагирует. Берем линейку.
Вот так он выглядит на цеховой штанге, как видите. Метровая линейка. Проверяем глубину. Это четкий сигнал. Вот здесь 10 сантиметров. Это 1,10 м. Здесь подвинемся. 2. Это 2 метра. Вот это у нас 2 метра. Уберем вот это кольцо в сторону. Чему оно мне мешало? Это 2 метра. И здесь где-то 2,30. И проверим еще раз. Спокойно работает. Подводим. Вот уже есть сигнал. Отходим. Сигнал пропадает. Попробую добавить ему глубины. Баланс. Убавляем, успокаиваем. Видите, уже есть сигнал. Отходим. Еще чуть успокою. И сейчас проверим ее в реальную глубину. 1. Это предельная глубина. Оставляем. Еще раз проверяем. Смотрим. 1 метр. 1 метр. Там 10 сантиметров. Еще, значит, мы делаем вот так на 10 сантиметров. Здесь ложим камушек и подвигаем. Как видите, 2,50 реальная заявленная глубина металлоискателя. То есть, как бы и он ее оправдывает, получается. В сторону отводим, наводим на металл, работает. Отводим, работает. Ну, есть пинпоинтер и усиление металла, как и приближение к цели звуковое, расстояние. Средняя глубина, далеко, очень далеко. Совсем слабые сигналы, то есть отходим вот 2,5. Все, приехали. Подходим далеко, ближе, еще ближе, очень близко. Ну и пинпоинтер с таким вот, есть у нас гвозди найти. Вот возьмем маленькую глубину, сделаем, смотрите. Видите гвозди? Не реагирует. Это есть отсев, либо через баланс, либо через убавление глубины. На крупной реакции есть. Но при отсеве таких гвоздей, это я сам маленькую глубину поставил, теряется глубина. Смотрите, сейчас у нас где-то на 1 метр берет такой забор. Могу просто банально подвести, так сделать. Добавить глубины. Попробовать. Нет. Уже на 1,5 метра. Видите? Уже на 1,5 метра спокойно реагирует. То есть, штука классная. Притык сам, видите? Штука классная. Главное, уметь работать. Получается. Ну и всем, кому надоело собирать монетки, ищут клады, советую, конечно, приборы-глубинники. По статистике, которую наводили мы из форума, из блогов, с отзывов, социальных сетей, как видите, в этом году больше всего кладов было поднято именно глубинниками, а не обычными металлоискателями, которых 90% владеют, скажем так, наши коллеги. Ну все, всем спасибо за внимание. До следующих встреч. Удачи.